Йога-ом – это подобно подключению к высшим контурам нашей психики, к линии передачи. И чтобы такое подключение осуществить, мы замыкаем левый и правый каналы в своем теле, отпускаем себя, расслабляемся и открываемся высшему свету собственного «Я». Уже входим в медитативное созерцание и в этом состоянии начинаем визуализацию, призывая древо прибежища, святых линий передачи. Да. И пытаемся, войдя в медитативное созерцание, именно в таком состоянии быть в процессе лекции, в процессе передачи. Поскольку лекция предполагает не только передачу интеллектуальных знаний, но также прямую передачу или передачу естественного состояния. Как бы это сказали ученые, передачу волн мозга. Так, первую лекцию я хотел бы посвятить таким принципам, как основа, путь и плод учения. Основа, путь и плод – это фундамент, то, на чем состоит учение, и с этим необходимо глубоко разобраться. При этом в практическом смысле я хотел бы рассмотреть основу, путь и плод на более относительном уровне, рассмотреть
прибежище как основу учения, трансформацию как путь, средство учения и состояние Мандалишвара, Бога-Творца, как конечную точку, конечную цель, итог и результат учения. То есть, когда мы говорим об основе пути и плоде, то основой является прибежище. Без прибежища невозможно двигаться. Это подобно тому, как нельзя приехать куда-либо, если вы не сели в автомобиль. Можно фантазировать, говорить, что Москва в твоем сердце, или Москва есть Брахман, или она иллюзорна, или что ты уже в Москве. Но сколько бы ты ни фантазировал, если ты не сядешь в автомобиль, ты не приедешь в Москву. И прибежище подобен такому транспортному средству. Трансформация – это путь. То есть это реальное изменение, которое мы производим в нашей жизни благодаря вступлению на духовный путь. Если мы не хотим изменений, если мы не готовы к изменениям, то тогда, очевидно, нам и духовный путь как таковой не нужен. Зачем мы становимся на духовный путь? Мы становимся, чтобы достичь каких-то изменений, произвести их в нашей жизни. То есть мы готовы к этим изменениям, и мы их хотим. Если мы их не хотим, то нет смысла становиться на духовный путь, потому что духовный путь — это не увеселительная прогулка, это не развлечение, это трансформация. Это поток трансформации, в который мы осознанно входим. Если мы в него входим, то мы должны понимать, зачем мы это делаем. И, наконец, плод — это состояние Мандалишвара, состояние Бога-существа, того, кто преодолел полностью свои ограничения. Но вначале можно поразмыслить, чем ценно учение вообще. Очевидно, учение ценно тем, что оно позволяет разрешить неразрешимые вопросы нашей жизни. Оно позволяет изменить нашу жизнь, решить ее проблемы, полностью решить, раз и навсегда, окончательно. Причем те проблемы, которые неразрешимы обычными средствами. Каковы же эти проблемы? Например, непостоянство, смерть, старость, болезни, страдания, закон кармы, закон причин и следствий, перерождение. Все это неразрешимые обычными средствами проблемы. Ни ваши друзья, ни родственники, ни правительство, ни вы сами, ни кто-либо еще, ни какие-то магические вещи не смогут разрешить проблемы круговорота рождения и смерти, закона кармы, причин и следствий. Эти проблемы, в принципе, неразрешаемы ни на социальном, ни на обычном психологическом уровне, ни на каком бы то ни было еще, кроме как на уровне дхармы, практики дхармы. Итак, проблема она такова, что мы есть люди, а людям свойственно заблуждаться, быть смертными, умирать и перерождаться заново. То есть мы смертные люди, вот она проблема, это одна проблема. Все другие проблемы – здоровье, взаимоотношения, жизнь в социуме, собственный смысл – это следствие этой одной большой проблемы. Мы люди, а не бессмертные, освобожденные боги. И быть человеком – это означает быть в таком промежуточном, неопределенном состоянии. Поскольку быть человеком означает автоматически находиться в страданиях, в неведении, в заблуждениях, неправильно видеть свой путь, неправильно видеть мир, не иметь четких смысловых целей, ориентиров, то есть знать мало о Вселенной, вот что такое быть человеком. Как сказал один ученый или философ, человек — это переходное существо на пути к более высокому состоянию. Один философ, его зовут Игорь Вишев, он так выразился: смерть — это проблема, а проблемы надо решать.
И это очень разумно. Это не религиозный человек, просто это философ. Очевидные вещи лежат на поверхности. В нашем мире есть проблемы. И если мы не решаем эти проблемы, мы просто недальновидные люди. Дхарма, практика учения, говорит нам, как решать эти проблемы. Эти проблемы решаемы, если мы прикладываем достаточные усилия. Итак, учение, практика дхармы драгоценна тем, что она позволяет нам решить любые проблемы этой жизни, поскольку все проблемы этой жизни проистекают из одной проблемы нашего ограниченного состояния, того, что мы как эволюционный вид несостоятельны. Понимаете вы это? Человек, человечество — это некое эволюционирующее существо. И это существо несостоятельное. Его можно назвать неудачником, если оно не развивается дальше. То есть, как только оно хочет остановиться, если оно хочет объявить себя царем чего-либо, мы сразу же посмотрим, что оно не удовлетворяет этим качествам и требованиям. Как эволюционный вид, человеческое существо пока нельзя назвать завершенным, целостным, достигшим своей кульминации. Это существо требуется в доработке, его надо дорабатывать, апгрейдить. Без этого это несостоятельное существо. Оно подвержено закону причинно-следствий, времени. Оно не контролирует пространство, не контролирует энергию, стихии материальной природы. Оно даже не контролирует свою жизнь и здоровье. Оно просто исчезает через 80 лет. Такое существо нельзя назвать завершенным, целостным, состоятельным. Оно не видит будущее, не может его моделировать. Оно жестко зависит от прошлого. Законы причин, следствий, времени и пространства давлеют на нем. Оно изо всех сторон связано. И все эти ограничения называются сансара. Мир ограничений, юдаль, скорби, обитель страданий. И существо, живущее в сансаре, оно в принципе состоятельным, удачливым, счастливым. Оно никогда по определению быть не может. Так же, как нельзя быть счастливым, живя в тюрьме или находясь больным в больнице. Это не то место, где, в принципе, можно найти свое счастье. Счастье можно лишь обрести, когда мы покидаем это место и обосновываемся в более высоком эволюционном состоянии, в более высоком кармическом видении. К примеру, из состояния ограниченных смертных людей переходим в состояние бога-человека или бессмертных богов-творцов. Именно поэтому нам нужна духовная трансформация. И учение позволяет нам осуществить такую трансформацию. То есть мы вступаем на путь трансформации из-за того, что мы не удовлетворены своим состоянием человека, ограниченного человека в сансаре. Нас не устраивает такой расклад, что мы родились, только накопили немного опыта, и нам уже надо умирать в 80 лет или в 100 лет. Нам это вовсе не нравится. Более того, нам нужно не только умирать, но проходить через процессы перерождения, промежуточного состояния, совершенно бесконтрольное. И бесконтрольно воплощаться в какое-либо новое тело. И при этом еще не гарантировано, куда мы именно воплотимся. То есть в нижние миры, в средние миры людей или высшие. Эти процессы совершенно неуправляемые. Именно потому, что эти процессы неуправляемые, нас это совершенно не устраивает. И мы стремимся к трансформации, когда бы все эти процессы стали управляемыми. То есть к такой трансформации, когда бы наша жизнь стала более контролируемой, более осознанной, а значит и более свободной. И конечная цель — это достичь такой трансформации, когда мы можем стать полностью свободными, полностью контролировать свою жизнь, энергию своего тела, перерождение, время, пространство, внешние элементы, свое будущее, прошлое, все что угодно. Такое положение в учении называется «три свободы». Итак, мы сделали такой определенный, осознанный выбор в сторону трансформации. Но что же такое трансформация? На самом деле трансформация может потребовать от нас очень многого. Трансформация ведь это психологическая революция.
Это гораздо больше, чем мы думаем. Это переход в принципиально иное видение, иное бытие. Это психологическая экзистенциальная революция. И вопрос, насколько мы готовы к такой психологической и экзистенциальной революции. А если мы обнаружим свою неготовность, то что нужно делать? Очевидно, нужно вырабатывать себе какие-либо качества, чтобы стать таким готовым к такой экзистенциальной революции. Трансформация означает, что нам необходимо создать новую жизнь. То есть учение — это не нечто локальное, где нам рассказывают, как делать асаны и как правильно питаться, и мы думаем, о да, это замечательное учение, это такой довесок к моей жизни приятный. Но я думаю, если мы так думаем, то мы совершенно ничего не понимаем в учении. Прежде всего, учение говорит нам, как создать новую жизнь, как создать нового себя в этой новой жизни. Как создать новые связи, отношения, новый мир, новую вселенную, с тем, чтобы в ней можно было обрести абсолютное счастье и жить вечно. Именно этими ценно учение. То есть учение — это не некий маленькая рекомендация по улучшению качества жизни. Таких сейчас много на самом деле, но это не учение, а преддверие к истинному учению. Делай то-то, и будешь счастлив, питайся так-то, будешь весел, здоров и омолодишься. Но я бы не сказал, что это достойно называться учением. Когда мы ведем речь о подлинном учении, сатья-дхарме, то есть истинной дхарме, это нечто гораздо более глубокое. Это учение в линии передачи, в глубокой традиции риши и святых. Это нечто не человеческое, а пурушея. И зашедшие из более высоких измерений, и зашедшие от самого Бога-Творца. И, соответственно, оно нам не предлагает некий косметический ремонт нашей личности, оно предлагает нам паринаму, трансформацию. Нас не интересует старое, то, что мы уже имели в жизни, когда мы делаем выбор в сторону учения. Нам не нужно старое. Поскольку мы знаем, что если мы будем опираться на старое, это принесет только ограничения и страдания, и это бессмысленно. Нам необходима трансформация с тем, чтобы мы могли достичь чего-то нового в нашей жизни, принципиально нового состояния и нового измерения. Это и есть паринама. Существует два вида паринамы, трансформации. Это личная паринама. То есть та, которая касается нашей личности. Ее еще называют антахкарана паринама. Когда мы трансформируем свое тело, свою энергию и свое сознание. Допустим, когда йогин достигает тела мудрости, подобного пространству или иллюзорного тела, то говорят, что он осуществил личную трансформацию. Или когда он сумел превратить свое тело в радужное тело света. Это личная трансформация. Другой вид трансформации называется лока-паринама. Это всеобщая трансформация. То есть трансформируетесь не только вы сами, но трансформируется мир вокруг вас. На самом деле эти две трансформации очень важны, потому что невозможно достичь трансформации в чем-то только одном. Трансформироваться должно полностью все. Окружающий мир, социум, все энергии. Потому что внутреннее и внешнее есть суть одно. И если что-то еще не очищено и не трансформировано, это еще не полная трансформация. Именно поэтому часто святые говорили о достижении лока, состояния лока-санграха, мир всеобщего благоденствия. Или о состоянии арупадай, указание пути просветления всех, всем и каждому. Это и есть принцип всеобщей трансформации. Принцип всеобщей трансформации означает переход в другое измерение бытия, в мандалу, в состояние чистого измерения. Поскольку тот мир, в котором находимся мы сейчас, он полон измерений, то мы не связываем наше будущее именно вот с таким миром, полные ограничений.
Мы говорим, что возможно войти в такое видение и в такое измерение, где мир будет гораздо более прекрасным, более священным, величественным, гармоничным. И именно с таким миром мы связываем наше будущее. Нет смысла, пребывая в ограничениях, оставаться в ограничениях этого мира. Поскольку если мы остаемся в ограничениях, то мы подпадаем под законы этого ограниченного мира. Этот мир нельзя назвать уж каким-то миром, в котором можно было бы обосноваться постоянно. Наверное, вы каждый это понимаете. Если мы представим человека, который пришел в аэропорт, и он думает: «О, как здесь интересно, и здесь очень приятно находиться». Но если он чуть-чуть понаблюдает, он увидит, что никто в аэропорту не задерживается. Одни приезжают, другие уезжают. И постоянное движение, ни одного постоянного. За 3 дня все меняется полностью. Полностью население аэропорта полностью меняется, за исключением кассиров и таможенников. Все пассажиры полностью меняются. И наш мир людей, Земля, она подобна такому аэропорту. Мы можем думать, что мы можем здесь неплохо устроиться, но все это обман, это все иллюзия. И, возможно, так же думали ваши бабушки и дедушки, или прабабушки и прадедушки. Но, как вы видите, им не удалось устроиться в этом мире надолго, так? И как вы считаете, вы чем-то отличаетесь сейчас от них? Что у вас получится, да? Таким же образом, возможно, будут думать ваши дети и дети ваших детей, то есть внуки и правнуки. Но суть останется одна, что этот мир непостоянен. И означает, что этому миру доверять нельзя. Это фальшь, иллюзия, обман. И нужно строить другой мир. И нужно обосновываться и устраиваться в другом мире. Я не говорю, что этот мир нужно отрицать или считать его порочным. Он по-своему чист, свят и хорош. Но на уровне воззрения. Но не для нас, если мы хотим по-настоящему обрести постоянство, вечное счастье. В нем другие законы, и эти законы совсем нам не нравятся. Когда мы изучаем священные тексты, мы можем увидеть, что можно было бы жить совершенно иначе. Можно было бы жить не в домах, а в персональных вселенных, в персональных тоннелях реальности, во дворцах-мандалах, подобно богам. То, как мы живем даже во внешнем мире, это всего лишь наши ограничения, это выражение наших карм, но нет никаких законов, которые бы нам запрещали это делать. Все дело в узости нашего сознания. Мы могли бы быть не обычными ограниченными людьми, а богами-творцами, мандалишварами. Нет никаких принципиальных законов, запрещающих нам это делать. Все дело в том, что у нас просто есть ограничения в сознании. Если мы эти ограничения преодолеем, то и наша жизнь может измениться. Мы могли бы жить не в действиях и не в делании, не в карме причин и следствий, а играть творчески и спонтанно, когда жизнь становится непрерывной бифуркацией, бурлеском, игрой. Боговдохновленным азартом и творческим куражом. То есть наше бытие жизни могло бы быть совершенно иначе. Но только наши ограничения, ум, который увязает в причинно-следственных связях, субъект-объектных отношениях, заставляет нас подвергаться принципу деланию, закону причин-следствий. Мы могли бы иметь не одно тело, а иметь много тел, и все они могли бы быть бессмертными, могли бы быть мультителесными. Нет никакого принципиального закона, который предписывает человеку иметь только одно тело. Если вы почитаете описание ситхов или жизнеописание богов, вы увидите, что боги могут свободно проецировать различные иллюзорные тела, пребывая в них. Они обладают мультителесностью. Именно поэтому изображения многоруких, многоголовых голов нам на это намекают. То есть сознание может принципиально иметь не один носитель, а множество носителей. Оно может эманировать себя в это множество носителей для решения различных задач. И когда вы видите многоголовых и многоруких божеств, и они находятся в таких прекрасных местах, лотосах, которые обрамлены прекрасным ореолом,
Это указание именно на то, что они живут в принципиально иных условиях. Они живут в мандалах, в чистых измерениях, в собственных тоннелях реальности, созданных своим разумом. В чем же принципиальное отличие нас от таких существ? В том, что сила их разума очень велика, и силой ясности своего разума они могут создавать такие реальности в любой точке Вселенной и жить в них, создавать различные тела и жить в них. Мы могли бы жить не в одной реальности земной, как это сейчас, а одновременно во множестве реальностей, то есть в мультиреальности, когда вы можете свободно менять мир в том, в котором вы живете, один, другой или третий. Мы могли бы быть не смертными, а бессмертными. И нереальность бы влияла на нас, обуславливая законами природы, такими как гравитация, время, пространство, причины, следствия. А наоборот, мы могли бы управлять реальностью, силой мысли или силой воли. Все могло бы быть совершенно иначе, если бы сила нашего сознания выросла, и мы бы реализовали плоды учения, став мандалишварами, богами-творцами. Мы могли бы не зависеть от времени, пространства и энергии, и также управлять ими свободно. Наши предки, древние арии, уже добились этого. Я не говорю какие-то странные вещи. И это не фантастика. Дело в том, что это уже было реализовано. Древние арии, наши предки по ведической цивилизации, были именно такими существами. Они не были людьми, они были богами. Богами, которые сворачивали время и пространство как кожу, пишут в Упанишадах. Которые перемещались на виманах не только из любой точки пространства в космосе, но и в другие измерения, в другие вселенные. Которые обладали различными способностями, божественной силой, божественной волей, божественным могуществом, способностью к божественным деяниям, божественной свободой и божественным знанием. Могли создавать различные иллюзорные тела и эманации. Для них это было чем-то нормальным, это было в порядке вещей. Именно поэтому, когда мы практикуем дхарму, очень важно понять, что личная реализация, она неразрывно связана со всеобщей реализацией. Личная реализация может происходить именно в мандале, в другой локе, в другом измерении. А другое измерение – это часть всеобщего видения. Поэтому мы стремимся не только создать, достичь личной реализации, но принципиально войти в новую цивилизацию, в новое видение, в другой эволюционный класс существ. Выйти из старого эволюционного класса, трансформировавшись, и войти в новый класс. Многие люди желают поменять мир и говорят о необходимости его изменения. Но я бы сказал, что нам нет нужды менять этот мир. Нам нужно создавать новый. Так как старый, он принципиально не подходит нам, не годится по нашим целям. Вопрос, а как же мы создадим этот новый мир, в котором мы будем жить? Мы его можем создать только когда мы создадим новый статус сознания. Когда сила нашего разума будет такова, что ее будет достаточно для того, чтобы создать мандалу, персональный тоннель реальности. Санга — это прообраз такой мандалы. И когда ученики входят в такую мандалу, то гуру играет роль в нем мандалишвара, центрального божества, а ученики играют роль божеств свиты или божеств периферии. И в процессе передачи просветляющий импульс передается от гуру к ученику. И если ученик практикует достаточно восприимчиво и способен, то через некоторое время просветляющий импульс расцветает в нем самом. И через некоторое время он также становится таким божеством, мандалишваром, который силой своего творческого сознания творит новую реальность. И эта реальность непрерывно расширяется. В этом смысл передачи. Итак, очень важно с самого начала заложить правильные семена, заложить правильные причины, чтобы из них вызрели истинные следствия.
То, что мы делаем сейчас, проявится, может быть, через 10-12 лет. И то, какие мы причины сейчас заложим, они проявятся в нашем будущем. Значит, мы сейчас ответственны за наше будущее. Если вы посадите горох, то наивно думать, что появился бы ячмень или пшеница. Вырастет именно горох. Именно те причины, которые мы закладываем сейчас, они проявятся в будущем. И очень важно, анализируя свою жизнь, рассуждать так, а какие я причины сейчас закладываю? Нужны ли они мне в будущем? Или если я хочу смоделировать свое будущее, какие же мне причины нужно закладывать сейчас? Это подобно размышлениям крестьянина, расчетливого хозяйственника, который хочет посеять нечто и получить какой-то урожай. Если мы сейчас сеем семена прибежища, созерцания, медитативных опытов, понимания дхармы, в будущем эти семена обязательно вырастут и появятся истинные плоды реализации. Итак, что же для этого необходимо? Для этого необходимо прибежище. Состояние, когда мы имеем духовную связь с учением нашей практикой, и мы уважаем эту духовную связь. Усердие, тапас. Развитие в себе новых качеств, тех, которых нам не достает. Знание, учение и постоянное обучение. Вступив на путь дхармы, мы принимаем решение непрерывно обучаться. Поскольку дхарма безгранична, она требует от нас постоянно повышать свой уровень и пополнять свои знания. Нет такой точки, где мы могли бы сказать: «О, я все познал». На самом деле это в принципе невозможно. Это означает, что нам необходимо непрерывно обучаться, повышать наш уровень и все свободное время тратить именно на это. Отказ от старых привычек, взглядов, ценностей и планов. Если мы вступили в поток в трансформации, то, разумеется, у нас может возникнуть определенный конфликт, когда наши старые привычки и взгляды не соответствуют тому, чего мы хотим достичь. И в процессе такого конфликта мы одолеваем победу над своим низшим «я». Никто и не говорит, что это легко. Тем не менее, если мы хотим достичь трансформации, без этого не обойтись. Служение просветляющей силе. Чем больше мы открываемся просветляющей силе, той силе, которая дает ясность, тем больше эта сила начинает сама служить нам. Во Вселенной существует множество различных сил. Есть вуалирующая сила, творящая, поддерживающая, разрушающая. Но именно просветляющая для нас имеет большую ценность. Потому что именно благодаря ей мы идем по пути пробуждения. И значит, мы ее должны призывать, мы должны пропитываться ее, окружать свою жизнь атрибутами энергии этой силы. Если мы это делаем, то и, соответственно, эта сила входит и меняет нашу судьбу. Овладение статусом Мандалишвара. В общем, необходимо сделать смыслом жизни дхарму на всех уровнях. Очень важно понять принцип служение всему человечеству. Если мы позиционируем себя как практик Адвайты, это означает, мы постоянно пытаемся утвердиться в состоянии Ахам Брахмасми. Но что же такое Ахам Брахмасми? Это не есть состояние одного тела. Состояние Ахам Брахмасми означает, вся Вселенная является моим телом. Означает, все человечество является моим одним большим телом. И когда мы так себя начинаем позиционировать и осознавать, это означает, что мы автоматически пытаемся понять, что да, это естественно, все человечество является моим огромным телом. И вполне нормально принимать ответственность за все человечество. Это вполне нормально, внимание, величие, принимать ответственность за всю Вселенную.
если я всерьез решил следовать учению их жить, им, учению Адвайты, и заявляю такие великие истины, и всерьез на них претендую, Ахам, Брахмасме, то, соответственно, мышление также должно меняться. Ситхи древности именно поэтому говорили об Арупадай, указание пути просветления всем и каждому, принципу служения всего человечества. Если вы хотите расширить сознание и по-настоящему испытать состояние Ахам Брахмасми, это действительно необходимо. Необходимо принять ответственность за все человечество, персональную ответственность. Персональную ответственность за судьбу всей Вселенной. Потому что именно так мыслит Бог-творец. Так мыслят боги, пребывающие в недвойственности. И чтобы синхронизировать свое сознание с такими великими душами, мы пытаемся понять, за что они принимают свою ответственность, каковы их приоритеты, смыслы, ориентиры. Невозможно реализовать сознание Ахам Брахмасми, если мы ограничены одним маленьким телом, если мы принимаем ответственность и заботимся только о своем эго, своем теле и о себе. Это, в принципе, противоречит духу недвойственности, поскольку дух недвойственности означает, что теперь в качестве своего тела и сознания мы воспринимаем весь огромный мир, всю Вселенную. Итак, что же такое дхарма, если говорить более конкретно? Чтобы дхарма стала чем-то конкретным, нужно понять, что включает, что является ее аспектами. Ее аспектами являются обучение, ежедневная садхана, практика ретритов, служение просветляющей силе, соблюдение йогических принципов и правил, например, винаи и самаи, принципов яма и нияма, установление чистых взаимоотношений в общинной мандале. Если все эти аспекты дхармы существуют, то вы практикуете полноценно. Например, что такое служение просветляющей силе? Это когда вы изучаете прошлое, свои корни, изучаете то, откуда вы пришли. И используя знания этого прошлого, вы нечто совершаете в настоящем на благо трансформации. И используя знания этого прошлого, вы совершаете, моделируете будущее, то будущее, которое вы хотите реализовать. Итак, если у вас есть все эти аспекты дхармы, то ваша практика становится по-настоящему полной. Обучение, ежедневная садхана, ретриты, служение просветляющей силе и установление правильной жизни в мандале, духовная связь в общине, жизнь в мандале по законам самаи. Теперь мы подробнее рассмотрим, что же такое принципы Мандалишвара и что есть практика прибежища. То есть основополагающие понятия, о которых мы говорили в самом начале. Итак, зайдем с обратной стороны, с плода. Конечной точкой и целью достижения является состояние Бога-творца или состояние Мандалишвара. В чем заключаются принципы Мандалишвара? Мандалишвар — это тот, кто имеет мандалу и управляет ею. Это тот, кто обладает достаточной силой разума, чтобы создать мир, состоящий из своего сознания. Мандала означает чистое измерение. Ишвара означает владыка, повелитель. То есть Мандалишвар можно перевести как руководитель или повелитель какой-то сложной самоорганизующейся системы. И эта система создана силой его разума.
Боги-творцы являются именно такими мандалишварами, которые владеют айшварья-шакти, то есть энергией божественного владычества. Проявленный мир — это непрерывная игра, трансляция различных смыслов. Мир как таковой вообще — это не материя и даже не энергия. Это определенные смыслы, которые непрерывно транслируются. И когда мы живем и взаимодействуем с миром, наше сознание непрерывно транслируется определенные смыслы. И такая трансляция смыслов — это естественная природа Всевышнего Источника. К примеру, когда вы сейчас сидите, ваше сознание непрерывно транслируется различные смыслы. Смысл времени, пространства, смысл вашего прошлого, смысл идеи «я есть это тело», смысл семинара этого зала, в том числе смысл трех сокровищ, смысл гуру и смысл лекции. Эти трансляции смыслов на санскрите имеют определенное название. Это спанда, вибрация. Смысловые вибрации, которые затем становятся энергией, затем сгущаются до объективной материальной материи. Но вначале на уровне сознания это именно определенные смыслы. Потому что мир — это прежде всего видение, а затем энергия, информация и материя. Итак, трансляция смыслов есть естественная природа Всевышнего Источника. Смыслы могут быть чистые, если они распознаются в нераздельности со Всевышним Источником, и нечистые. Нечистые смыслы и есть сансара. К примеру, когда в наше сознание транслируется смысл смерти, болезни, непостоянства, то это нечистые смыслы, которым наше сознание подвергается. Другими словами, из-за того, что мы верим во все это с нами и происходит. Наверное, вы замечали, если человек силен духом, то он может даже не заболеть. И даже посреди эпидемии он остается нетронутым. Но если у человека слабое сознание, и он легко подпадает под какие-то коллективные смыслы, то он очень уязвим. Он может заболеть той болезнью, которая доминирует сейчас в обществе. То есть положено всем болеть гриппом определенным зимой. И он тоже думает: о, что-то я заболел гриппом. И в самом деле начинает болеть. Это означает, что в его сознание был протранслирован смысл болезни на коллективном уровне, на уровне коллективного бессознательного. И его собственное подсознание, синтегрировавшись с этим смыслом, тоже подверглось его воздействию. Это и есть нечистые смыслы. Но если сознание сильное, то даже нечистые смыслы, которые транслируются в сансаре, оно узнает как полностью чистые совершенные игры Всевышнего Источника. И оно не подвергается их воздействиям. Чистые смыслы — это райские обители богов, это мандалы, чистые измерения. Нечистые смыслы — это различные низшие миры или миры людей, такие как наша Земля. То есть наша Земля создана определенным кармическим видением большой группы существ, которые имеют определенные не очень чистое видение, поэтому подвергается различным нечистым смыслам. В случае, если незрелое сознание соприкасается с трансляцией внешних смыслов, то оно подпадает под их влияние. И вот такое состояние именуется ограниченным, обусловленным бытием, сансарой. И наш путь освобождения как раз заключается в том, чтобы освобождаться от трансляции таких нечистых смыслов. И искусство мандалишвара заключается в том, чтобы не только освобождаться от таких нечистых смыслов, но в том, чтобы непрестанно генерировать свои более чистые смыслы, создавая из них единый целостный мир, мандалу, в котором можно было бы жить вечно. Мандалишвар живет сердцем только в мирах, созданных из своих собственных смыслов. За счет чего он может создавать такие миры и генерировать свои смыслы? За счет того, что силой его разума происходит непрерывное генерирование внутренней ясности. Если такая ясность генерируется, то мандалишвар может создавать свои собственные смыслы, в которых он также может жить.
Генерацию ясности можно уподобить творческому процессу. Ну, например, когда музыкант пишет музыкальные произведения. Или когда художник рисует картины. Он их пишет и рисует, вовлекаясь в творческий процесс, вслушиваясь в нечто, в то, что идет изнутри. И когда он это делает, то он извлекает изнутри нечто наружу. И это можно уподобить генерации ясности и созданию новых смыслов. И все божественные пробужденные существа, они подобны вот таким художникам и музыкантам, которые непрерывно генерируют собственную ясность и транслируют новые смыслы. И так же, как художник или музыкант может окружить себя различными своими произведениями и через это создать целый мир и жить в нем, наслаждаясь своими же произведениями. Таким же образом и божество, опираясь на внутреннее осознавание, на внутреннюю ясность, может сгенерировать такую ясность и протранслировать свои собственные смыслы и создать целую локу из чистых смыслов. Она называется мандала. Именно поэтому боги являются бессмертными и не страдающими, потому что они живут в реальностях, сгенерированных собственной ясностью. То есть эти смыслы, которые они сгенерировали, не отличаются от их внутреннего «я». В них нет ничего чуждого, противоречащего их внутреннему «я». Мы же, как люди, этого не умеем делать, поэтому мы живем в чужих реальностях. То есть мы не создавали ни землю, ни воду, ни температуру нашего тела, это не мы создавали. Мы не создавали ни время, ни пространство, ни причинно-следственные связи. Это уже было создано не нами и, очевидно, не для нас. По крайней мере, так, как мы это хотим. Поэтому это функционирует также вне нашего контроля. Это означает, что мы изначально, рождаясь на Земле, в этом мире людей, живем не в мандале чистого измерения, созданного из нашего разума, но в неком, может быть, чуждом для нас мире, по крайней мере, неподконтрольном. Именно поэтому здесь существует то, чего нам бы не хотелось. Допустим, страдания, старость, болезни, смерть, неуправляемые процессы. Может быть, нам этого не хотелось, но это существует. Когда Мандалишвар погружается в миры, состоящие не из своих смыслов, то он старается им не подвергаться, этим внешним чужим смыслам. Лучшие из Мандалишваров видят чужие и свои смыслы полностью одним, потому что любой мир для них состоит только из недвойственного состояния, из их собственного состояния. Под такими лучшими из Мандалишваров мы подразумеваем богов Брахму, Вишну, Шиву, великих святых ситхов, Риши, например, таких как Дататрия, Риши Васиштха. Итак, как мыслит Мандалишвар, бог-творец? Он примерно думает так. «Если этот мир создан не для меня, то я создам другой мир, который будет жить именно так, как я хочу». Боги не имеют зависимостей в плане материи, привязанности, причин следствий. Благодаря тому, что они не имеют зависимости, они имеют очень свободное сознание. Они сами творят ту среду, в которой они живут. Они сами творят те связи и отношения, в которых они живут. Все, что исходит вокруг, появляется вокруг них, проявляется из их собственного сознания. Это подобно тому, как паук творит паутину, основываясь на жидкостях своего собственного тела. Люди этого делать не умеют. Если сравнить людей с богами, то боги — это творческие личности, это величайшие творческие личности. У людей с творчеством похуже. Даже самые выдающиеся из них не могут подняться до уровня богов. Потому что максимум, что может сделать человек, это написать музыкальное произведение, что-нибудь изобрести в науке. Но боги — это те, кто творят целые миры силой сознания, целые вселенные.
Именно поэтому они создают мир таким, как они хотят. За счет чего это происходит? Это происходит потому, что боги знают секрет, а люди его не знают. И в чем же этот секрет? Это секрет осознавания. Боги черпают свою силу из принципа осознанности. На самом деле у людей и богов потенциал один и тот же. Но люди не знают секрет, а боги знают секрет. Они знают, что собственный потенциал осознавания — это драгоценное сокровище. Если им пользоваться и его развивать, то именно он становится тем волшебным камнем Чинтамани, который может создавать все, что угодно. И в отличие от людей, боги непрестанно медитируют на свою просветленную природу. Они ее открыли, они в ней находятся, и они непрестанно на нее медитируют. И они не только на нее медитируют, они приводят в движение различные вселенские силы. Они активно используют свой просветленный творческий потенциал. К сожалению, у людей, ограниченных сансарой, творческий потенциал заблокирован. И он заблокирован сильно, поэтому и вселенские силы они не могут задействовать. Только лишь некоторые из них, такие как выдающиеся ситхи, святые, могут этот потенциал использовать. Именно поэтому, если мы хотим стать мандалишварами, нам необходимо очистить этот потенциал и научиться его использовать. Мандалишвар, как Бог-творец, он живет только во внутренних смыслах, и он не позволяет внешним смыслам обуславливать его. При этом он не отвергает внешние смыслы, а использует их для развития внутренних смыслов. Мандалишвар всегда и везде опирается только на внутренние смыслы. Ничто не может заставить мандалишвара искать опору во внешних смыслах. До тех пор, пока потенциал внутреннего осознавания у человека не пробужден, он всегда пытается искать опору в чем-то внешнем, во внешних отношениях, связях, материальных привязанностях, может быть, в идеологии, в лучшем случае, в концептуально выраженной философии, в теории. Он пытается искать опору в нации, семье, национальной, половой, расовой принадлежности, в политических группировках и кланах, в родственных связях, отношениях, в дружеских отношениях. Но всегда в качестве опоры выбирается нечто внешнее. Но быть мандалишваром означает освободиться от всех этих опор, поскольку все эти опоры являются внешними, непостоянными и поверхностными. Мандалишвар пытается опираться именно на принцип внутреннего осознавания. И чем больше он доверяет этому принципу и развивает его, тем больше этот принцип дарует ему духовной силы. Мандалишвар живет только в сгенерированных внутренним смыслом мирах. Жизнь в мирах внешнего смысла – это путь, ведущий к страданиям и снам разума. То есть жизнь в сансаре сама по себе – это жизнь в мире внешнего смысла. Этот мир сгенерирован не нами. Ну, к примеру, он сгенерирован Богом-творцом Вселенной Брахмы. И для Брахмы этот мир – это его внутренний смысл. Но для нас, как его частей, отделенных от него, он представляет собой внешние смыслы. И чтобы освободиться от этого мира, нам необходимо сгенерировать собственные миры, состоящие из внутренних смыслов, и перейти в них жить. То есть уподобиться самому Брахме-творцу. Именно это можно назвать освобождением. Мандалишвар непрерывно генерирует внутренние смыслы, окружая себя ими и создавая собственную вселенную смыслов. За счет чего он непрерывно генерирует такие смыслы? За счет того, что он черпает вдохновение, созерцая Всевышний Источник. То есть он находится в тонком созерцательном присутствии. Это подобно тому, как если вы искали некое сокровище,
И после долгих стараний и поисков вы это сокровище нашли. Но когда вы нашли это сокровище, вы его не прячете, а вы его активно используете. И когда вы используете это сокровище, вы можете получать большой капитал от того, что вы его используете, поскольку это сокровище никогда не растрачивается. Таким же образом, когда вы открываете принцип естественной осознанности, это только начало к созданию нового мира и новой жизни. Как сказал один йогин, после просветления жизнь в сансаре только начинается. Эта жизнь очень веселая и радостная. Она полна игры, любви, творческого куража, благословения, святости, священности, величия, гениальности, запредельности. В нем нет обычных ограниченных творческих, человеческих категорий. В нем начинает действовать фактор божества. Итак, целью Мандалишвара является создание собственной сложной, цветущей многомерной вселенной, состоящей из внутренних смыслов. И эта вселенная делается не из земли и камня, она делается из сознания. То есть она рождается в потоке нашего внутреннего осознавания. А какие будут носители для нее, внешние или еще какие-либо другие, это вопрос, скорее, персональной кармы и предпочтений. Мандалишвар знает, что единственный способ освободиться от ограничений чужих миров – это создавать свои. Кто-то может сказать: «Да, я бы рад был бы создать свой тоннель реальности и свою вселенную, да не знаю как. Даже не удается большой дом построить». Но дело в том, чтобы нам создавать персональные тоннели реальности и персональные вселенные, мы должны иметь исходный материал. И исходным материалом для этого служит ясность. Ясность, которую вы можете сгенерировать по любому поводу. Но откуда появляется такая ясность? Такая ясность появляется из пхавы, из естественного состояния, из пребывания во Всевышнем Источнике. Если вы находитесь в пхаве, в состоянии божественной гордости, если вы непрерывно созерцаете и не теряете связь со Всевышним Источником, то именно пхава, которая пропитывает вашу энергию, ваше сознание, является источником такой ясности. И тогда вы способны транслировать ясность и создавать такие миры. Боги именно теми отличаются от смертных людей, что у них потрясающая сила сознания и, соответственно, потрясающая сила ясности. Это происходит за счет их очень сильной погруженности в пхаву. Боги погружены в пхаву необычайно глубоко и сильно. То есть они сами являются воплощением и олицетворением этой пхавы. Мандалишвар не желает быть ограниченным законами сансары или быть снесенным рекой времени. Он бросает вызов времени раньше, чем оно бросит ему. Как говорят, лучше самому выстраивать свое будущее сейчас, начиная в настоящем, чем ждать, пока оно придет и начнет выстраивать тебя. Именно это мы пытаемся делать. Пребывая в настоящем и развивая свое сознание, мы пытаемся генерировать собственные смыслы, опираясь на собственную ясность, и выстраивать то позитивное, прекрасное будущее, тот позитивный сценарий, который мы хотим. Если мы этого делать не будем, будущее все равно наступит, потому что таково свойство природы. Но будущее может быть управляемым тем, которое мы смоделировали и ожидали, либо оно может быть тем, которого мы совсем не ожидали и которого мы совсем не хотим. Все зависит от того, что мы делаем в настоящем и какие причины и следствия мы закладываем. Обычно считается, что бывают мандалишвары разных видов,
есть мандалишвары смысла, те, которые делают акцент на джняна-шакти, на силу мудрости. Другие мандалишвары есть те, которые делают акцент на волю и силу ясности, ичха-шакти, мандалишвары ясности или различающие мудрости. Наконец, есть мандалишвары действия, те, которые делают акцент на крию, просветленные деяния. В зависимости от склонности у человека проявляются способности быть таким мандалишваром в определенном аспекте. Мандалишвары смысла – это самые глубокие, поскольку они задают новое видение, принципы нового кармического видения. Мандалишвары ясности – это те, кто способны необычайно развивать, расширять новые смыслы. Мандалишварам действия удается превосходно действовать, проявлять, материализовывать, доводить все до логического завершения на материальном уровне. Но и наилучшие мандалишвары – это те, которые объединяют все три уровня смысла, ясности и действия, то есть джняна, ичха и крия. Итак, становление мандалишваром, Богом-творцом – это наша конечная цель или плод учения. И я попытался изложить именно вот таким немного нетрадиционным языком, чтобы стало понятно, что же такое три просветленных тела, состояние пробуждения. Поэтому путь избавления от страданий, путь духовной реализации, обретения высшего счастья и освобождения заключается в том, чтобы поменять свой эволюционный статус. Это не есть некое локальное достижение. Пробудить кундалини, испытать нектар, добиться осознанных сновидений, получить медитативный опыт – это различные средства. Но конечная цель означает поменять радикально свой онтологический статус, поменять свою эволюционную принадлежность, перейти с одной экологической ниши «я есть человек» в другую «ахам брахмасми» «я есть Бог-творец», «мандалишвар, творящий реальность». Эта трансформация гораздо более радикальная, нежели мы думаем. Это даже не только экзистенциальная или психологическая революция. Это тотальная революция, то есть тотальная трансформация, паринама. Но, с другой стороны, коль мы встали на духовный путь и хотим реально получить результаты, то и выхода другого нету, поскольку половинчатые меры, такие паллиативные решения, никогда никого к достижению абсолютного освобождения не приводили. И я бы не сказал, что эта цель недостижима, поскольку у нас есть превосходные примеры. Древние риши и ситхи были обычными людьми, они были гончарами, горшечниками. Некоторые из них даже изображали из себя свинопасов. Некоторые из них были царями, третьи были учеными. Некоторые из них были ткачами-крестьянами, но вступив на духовный путь, они сумели реализоваться, достичь этого высшего состояния.
Васудевая.